Всем привет, это СБ 1813 или профсайм. Продолжаем реакции. Тут я хочу кое-что сказать. Ребята, из комментариев, которые вот кое-кто мне писал, сделать на реакцию на Everglow, Pirate называется трек. Не надо мне писать 10 комментариев на то, чтобы я сделал на одну песню. Я ваши комментарии все вижу, рано или поздно я все сделаю. Но от того, что вы напишите мне много комментариев, я не буду, то есть не побегу ее делать сразу же. Это я сейчас сделаю эту реакцию, чтобы в первую очередь вот это объяснить. Вот, да, то есть чтобы это типа первый и последний раз вот я так делаю. Когда в Контаче мне тогда кто-то тоже написал именно в личку. Именно, причем не в личку паблика. В личку паблика можете писать на изи вообще, просто никто это не делает почему-то. Да, но когда вот именно в личку именно мне Симона Бельмонта кто мне пишет, да, то я не буду это смотреть, потому что я личку проверяю достаточно редко. Это во-первых. Во-вторых, именно если вы пишете вот много комментариев на одну и ту же трек, причем, знаете, ладно бы, если бы это было написано под какими-то кейпоперскими реакциями, так нет, это просто подряд, то есть там под Викеем каким-то, под какими-то дедкорами это было написано, но это просто такое... Я буду, просто скипать такие комментарии. Вот это первый и последний раз, где я вот именно взял такое, чтобы, посмотреть, потому что мне тоже интересно эту группу посмотреть, вот, этот клип. Но в целом, если так будете делать, я просто буду удалять комментарии, так что не обижайтесь там на будущее. Пишите, рано или поздно дождетесь. Опять же говорю, я пачки уже этого года составил. Я постараюсь в этом следующем месяце, вообще, в принципе, за лето сделать так, чтобы пачки мы смотрели чуть ли не в этом же месяце, когда вы пишете. То есть у меня как бы главный план в реакциях так сделать. Так что вы там нет. Не беситесь того, что типа я долго не смотрю. Или опять же, вы можете просто написать там, вот, типа, Саймон, посмотри, офигительная реакция, там все дела, я посмотрю на какую-нибудь превьюшечку и такой, давай я вообще без пачки сделаю. Опять же, я про это говорю, что иногда некоторые реакции могу без пачки брать. Но спамить не надо, за спам буду, не банить, но просто игнорить. Так что вот так, надеюсь, объяснил. Ну, а теперь давайте посмотрим, собственно, Everglow. Тоже кей-поп, тоже девчачий. Почему девчачий? Женский, наверное, девчачий. Женский кей-поп, Pirate. Хотя так пишет, или это не Pirate? Короче, я не знаю, вот этот пират, почему оно именно так написано. Everglow мы уже смотрели, мне, по-моему, они понравились, но особо ничего я про них не помню, если честно. Поэтому давайте сейчас освежим память, естественно, посмотрим этот клип, послушаем трек, собственно, Go. Ну, вот тут, скорее всего, будет дофига именно танцев. Прикольный лук. Ого. Не, еще это. Симметрия. Что-то странное на ней надето. Что это за Димитреску? Вот это прикольная лук, кстати, с косичками. Мне все время нравится, когда смотрят в камеру так очень близко. И когда смотришь реакции, типа, очень своеобразную, это все выглядит. Ну, эта девчонка с косичками вот этими очень прикольно выглядит. Ну, хотя в целом, типа, они тоже нормально выглядят, опять снимки что-то. Ну да, Pirate все-таки. А почему Pirate, интересно? Ну вот опять же возвращаемся к теме того, что типа как же много референсов тут можно понабрать для своих персонажей и так далее. Костюмеры, дизайнеры просто. Большой им респект за вот это все. Потому что костюмы выглядят очень хорошо. В этом моменте трек, честно говоря, такой пока средненький, не особо чем-то выдающийся, но вот этот момент, он максимально попсовенький такой, но что-то в нем есть. Ну вот это вот
девушка со светлыми волосами прикольно вообще выглядит, прям офигенно. Короче, вот этот моментик попсовенький, вот он мне нравится, что максимально, как будто, знаете, я даже не кей-поп начинаю слушать, а вот именно каких-то там зарубежных поп-исполнителей. А в остальном это какой-то Гангам Стайл, если честно. За тут-тут-тут-тут, вот такой типа идет. Хотя, с другой стороны, типа, такой трек тоже в перемешку с чем-то зайдет вообще. Под него, наверное, чем-то позаниматься прикольно, поиграть во что-нибудь. То есть он такой-то в целом заводной, постоянно вот это вот тут-тут идет, и это прикольно. Так, ну что, вот мы смотрели клип, послушали трек Pirate от группы Everglow. Ну, еще хочу сказать, трек такой, типа, ну, просто хороший, наверное. Вот, то есть ничего такого супер необычного. То есть вот такие треки я уже слышал и в кей-попе, и не в кей-попе. Опять же говорю, вот этот момент, который вообще показался не похожим на кей-поп в целом, а на что-то такое, типа, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, какой-то зарубежный вот именно поп-музыку, вот. То есть это было неплохо, просто тут надо еще понимать, что в целом поп-музыку я, наверное, все-таки не настолько люблю, даже в принципе не люблю, вот это в киевский поп так получилось, и там, знаете, с какими-то определенными там, не знаю, исполнителями, опять же, зарубежными, то есть, например, в России мне вообще испанцы никто не нравится, потому что она тут отвратительная, а вот именно из зарубежных, да, там есть прикольные. Вот, но тем не менее, все равно это выборочно. То есть, вот в этом плане я такой все еще металлхед, да. Но именно в кей-попе это все прикольно сделано. Ну и плюс, опять же, тут вот мы смотрим клипы, балдеем как минимум от клипов. То есть клип мне в целом понравился. Опять же, очень крутые луки. Девушка с вот этими рыжими волосами, это прям балдеж. Там три референса можно с нее охранительно взять. Причем не только благодаря прическе, а в принципе вообще в целом внешнему виду. Ну и как бы прикольненько. Вот тут уже много танцев тех самых, да. Здесь я говорил, вот это такой, типа, более-менее кей-поп обыкновенный, наверное, если так можно назвать. Плюс вот и трек вот был такой, а-ля, вот, просто такая тусня. Но в целом это ничего плохого так-то. Просто это даже мне уже начинает сейчас потихоньку приедаться, потому что ты смотришь и понимаешь, что ну вот тут уже, да, что-то тут плюс-минус одинаково все это пошло уже. Вот, но как бы это, опять же, знаете, на фоне поставить, причем даже на фоне вместе с клипом, если поставить, чтобы оно где-то играло, это вполне себе зайдет. Вот. Но чего-то такого сверхъестественного тут не было. Так что это будет такая, знаете, обычная реакция на обыкновенный, как бы, собственно, кей-поп. В принципе, мне, наверное, даже больше нечего сказать. Ну, как бы, я просто в очередной раз не буду говорить, что там костюмы, да, вот, локации, там все вот это хорошее. Это, естественно, все хорошее было. То есть в клипе ничего плохого нет. Но вот, опять же, после даже предыдущих реакций, на которые мы сейчас смотрели, на Stray Kids, на Dreamcatcher, вот и, собственно, Idol, да, вот у них, ты такой смотришь, ого, у них что-то прям новое, что-то такое свежее. Тут же я не знаю, просто с какого года, я что-то там было написано, какого года, это давно, недавно этот трек вышел, но свежим он вообще никак не кажется. В любом случае, как бы кей-поп, в принципе, ладно, побалдели тоже. Так что все, спасибо всем, кто посмотрел. Реакция, ссылочка в описании, нравится, сами все знаете. Еще раз говорю, что первый и последний раз я так делаю реакцию на комментарии, которые за спам, но обычно за спам теперь буду. Ну, точнее, ничего я не буду делать. Вы можете писать, я просто буду удалять комментарии. Ну, а если будете бесконечно писать с комментариями, я вас просто забаню. Вот, мне вот это вот не надо, чтобы было много комментариев, да, и так далее. Нет, давайте, типа, вот один комментарий. И я не из тех, может быть, пока еще, но пока что точно не из тех блогеров, которые, типа, там, наберется лайков, не лайков. Я в любом случае сделаю реакцию на то, что вы написали. Просто когда? Вот вопрос, когда? Так что все пишите, все сделаем, рано или поздно. Вот. И все, наверное, с кей-поп-пачкой это закончено. У меня будет, точнее, кей-поп-пачка, я уже это называю, это причем не пачка, это типа я решил сделать сегодня одним днем, типа несколько кей-поп-реакций.
выложить. И сегодня же я выложу еще одну реакцию, но я не знаю, вот она выложится ли на YouTube, потому что, опять же, я вот ее именно на самом YouTube не увидел. Так что я ее посмотрю, возможно, уже будет в ТГ и, собственно, в ВК. Там не совсем кей-поп, я даже не знаю, что там будет, просто немножко близко к этому связано. И вот даже не буду, кстати, говорить на что, так что вот кому интересно, заходите в ТГ и ВК и там и смотрите. Все, а тут я точно пошел. Пока.